Как размножить любимые мюсли, сделать их больше? Да вот просто насыпаем обычную овсянку на сковородку, добавляем мюсли, вот эти покупные, чуть-чуть еще туда добавим сахарку или патоки, подсластитель какой-нибудь, ягод накидаем любимых. Малиновое варенье делает мюсли, кстати, изумительными, просто вкуснятина такая становится. Чуть-чуть можно варениться, даже добавить изюм, орешки любые, ну что-то добавить, чуть-чуть такое вкусненькое свое любимое. И подсластителя обжарить все это дело. И будет вкусняшка. Много просто будет их мюсли. Можно сначала обжарить овсянку, чтобы она была румяненькая такая, с сахарком. Потом добавить вот эти мюсли, ну, чтобы вкуснее просто было. Ну вот все.